наши уважаемые покупатели, магазин «Олимпия», город Екатеринбург, опять с вами. А мы продолжаем знакомить вас с коллекцией, которая уже поступает в торговый зал. Итак, в данном случае мы рассматриваем шубку-дубленку. Она идет двусторонняя, хочу обратить ваше внимание. Длина изделия 120-125 сантиметров. Великолепнейшее исполнение в черном цвете. И, конечно, смотрится очень-очень стильно. Хочу показать. Вторая сторона у нас будет выполнена в покрытии силки, обязательно ее покажу. Но а тут, конечно же, мы начинаем ее с первой стороны, которая выполнена по стилю шубки. Здесь идет фурнитура именно в золоте, было принято решение. Посмотрите, мне очень нравится вот такой вот английский воротник. Сверху 1/2 идет не очень большой, он идет вот такой немножко закругленный, с округлостями. И потом, посмотрите, такой вот стильный, хороший английский воротник. То есть данную шубку, дубленку, ее можно носить как с английским воротником, но и, конечно же, кому надо утеплиться, мы ее простегнем. И посмотрите, я считаю, что смотрится просто супер, что так, что в простегнутом виде. Очень большой запах у нас остается, то есть, в принципе, эта дубленка выполнена и для тепла в том числе. Мне она нравится безумно. Стоимость изделия 127 200, стандартная длина рукава, и вообще дизайнерское решение, я считаю, очень правильное. Первая сторона, спереди две полочки выполнены в тиграде, это испанская тиграда, это испанское сырье, небольшие шкурки для своих коллекций, мы выбираем всегда очень мягкое, эластичное и с хорошим, стараемся крупноватым завитком. Но опять же, шкуры бывают абсолютно-абсолютно разные. Посмотрите, здесь такой атрибут кольца, мне тоже он нравится, выполнен в золоте, и особенно, когда мы делаем английский воротник, вот эти вот кнопки, золото здесь на кольце, в принципе, оно смотрится очень стильно и лаконично. Далее, по спинке я сейчас обязательно покажу. Мы не стали делать тиграда, а я думаю, что правильное решение, чтобы не всем по тому сезону нравился объем, хотя тиграда сейчас в тренде и набирает свои обороты. А сзади по спинке у нас поставлено обыкновенное сырье Испания, это шкура мериноса. Вот таким вот образом. За счет этого даже я повернусь боком. У нас 1/2 выполнена в тиграде, и в тиграде, и вторая в шкуре мериноса нисколько объема не придает. Очень здорово. Еще раз показываю, карманы прорезные у нас идут. Ну и, конечно, я эту дубленочку вижу как с кроссовками, так с базовой, хорошей, классической обувью. Пожалуйста, пояс здесь уместен. Я 100% уверена, что эта дубленка зрительно вытягивает и, конечно же, убирает один размер за счет грамотного скроенного лекала и, конечно, раскладки шкур. Далее, к низу она идет слегка зауженная, то есть не прямого силуэта, а чуть-чуть. За счет этого она вытягивает наше бедро. Стоимость, повторяюсь, 127 200. Итак, шикарная дубленка. Длина рукава стандартная, то есть мы можем рассматривать на рост средний и выше среднего. Ну, вообще, конечно, вы знаете, мне кажется, и в таком виде, в застегнутом, еще раз хочу показать английский стильный воротник, кольцо, она смотрится круто. Сейчас, конечно, я перехожу к другой, ко второй стороне, обращаю ваше внимание, с какой легкостью выворачиваются наши изделия, потому что полотно действительно как масло. И не зря мы их называем шубки-дубленками. Но опять же, хочу нашим покупателям сказать, что совсем недавно с нами. Вы знаете, наверное, кто приобретает, вот как на стороне шубки, как первое, так и носит. Но опять же, если мы хотим порадовать себя, вроде как и новая дубленка, я убираю, кстати, каждой практически дубленочке даются обязательно запасные кнопки, фурнитура. То есть, пожалуйста, когда изделие к вам приходит, пожалуйста, проверяйте. И все наши изделия идут скизами. Если это иностранный производитель, напоминаю, это будет красный кис. Это ваша гарантия, подлинность фабрики, подлинность производителя. И опять же показываем на другой стороне. Посмотрите, как она круто смотрится. Уже покрытие силк. Это также пленочное покрытие, очень мягкое. Вот ее берешь, знаете, прямо как масло, я всегда говорю. И вот таким вот образом у нас уже получается второй вариант. Далее, здесь мы также можем простегивать, то есть здесь по высоте вашей груди можно поставить петлю и пуговку, да, то есть этот тоже вариант можем рассматривать. Ну и вот таким образом она будет смотреться на другой стороне. Пояс, он у нас идет с одной стороны мех, с другой стороны силк покрытия, то есть, ну, чтобы не придавать ему большого такого объема, да, чтобы не был толстым. И посмотрите, как выглядит данное изделие уже с поясом.
очень удобно, комфортно. Мне нравится зона груди и плеча. Проймочка идет снижена. Кстати, здесь очень большой плюс, кто устал от овера, здесь изделие идет с точным плечом. То есть зрительно, опять же, сужает нашу фигуру. Ну, еще раз вам покажу. Да, кстати, само полотно хочу показать. Посмотрите, насколько оно шикарное. Вот. И, конечно же, опять переходим на сторону шубки. Итак, шкура Испания, Тиграда, совмещенная с испанским же сырьем, но сырье мерино. Карманы у нас выполнены из замши. Замша делается специально для того, чтобы не увеличивать объем в зоне бедер. Это очень большой плюс. Ну и она, вы знаете, наверное, лучше, чем кожа, да, которая идет, допустим, та же планже. Замша более мягче, поэтому ее используют при производстве, при пошиве именно карманов. Ну вот таким образом она смотрится опять же на другой стороне. 127-200. Ну а мы, как всегда, будем ждать ваши мерки. Это объем груди, бедер и ваш рост. Это очень важно. Пожалуйста, без прибавок. И все наши изделия можно приобрести как единоразово, перечисляя деньги на расчетный счет, так и в режиме онлайн оформляется рассрочка без процентов и переплаты. В предыдущем видео я вам показывала дубленку, которая очень похожа, но выполнена также двусторонне в этнотематике. Поэтому, пожалуйста, не путайте, это изнаночная сторона, а проговаривайте, что одна, вторая Тиграда. На сегодня, наверное, все. А у ее мечты есть семья Олимпия, и мы идем дальше.